Так, предлагаю вашему вниманию новую подборку. Новую подборку под названием «Москва из окна автомобиля». То есть это будет видео не для тех, кто собирается в дальнюю поездку, а просто посмотреть на Москву, у кого нет такой возможности, в основном приезжающие в Москву видят ее возле станции метро, вокзалы, кто-то заказывает экскурсионный автобус. Ну а я предлагаю вашему вниманию Москву немножко другого вида. За рулем не я, по Москве я на автомобиле практически не передвигаюсь, предпочитаю общественный транспорт, автобус, троллейбус, метро. Это и быстрее, и без нервов. То есть гораздо комфортнее двигаться на общественном транспорте. Ранее, когда не было выделенной полосы, и автобусы толкались в общей куче, в общем потоке, но в переполненном автобусе, конечно, было дискомфортно, толкались, на ноги наступали, поэтому гораздо удобнее и лучше было передвигаться на автомобиле по Москве, а не на автобусе. В автомобиле было, по крайней мере, можно было сидеть, слушать музыку, стоп-старт, все в одном как бы потоке были. То сейчас, благодаря выделенке, пассажиры общественного транспорта чувствуют себя гораздо комфортнее, удобнее, и добираются там из спального района до метро значительно быстрее, чем остальные. Так, значит, сейчас мы двигаемся по улице Борисовские пруды. Куда едет автомобиль, куда едет сын, я не знаю. Поэтому по мере движения буду, если сориентируюсь, это место комментировать. Повторю, видео видовое. Просто посмотреть на дома, на окружающую обстановку. Вот перед нами, впереди, его называют по-разному: Братеевский, Марьинский мост. Значит, жители Братеева, где мы сейчас находимся, это район Братеева, называют его Братеевским. Жители левобережной части, в Марьино, называют его Марьинским. В общем, это мост через Москву-реку. Мне писали, сейчас уже не могу найти эти комментарии, их очень много, там несколько тысяч комментариев, просили тоже снимать видео, обычное видео движения по Москве. Не было у меня, скажем так, времени этим заниматься. По Москве мало передвигался. А теперь, кому интересно, значит, я буду снимать видео, которое... интересно вам будут какие-то контрольные точки, улицы или районы
Пишите в комментариях, пишите в сообщениях по мере, по возможности, конечно. Если будет оказия в тот район, я буду давать сыну поручение, он будет снимать, проезжать по этим улицам. Может быть, даже будет такая ситуация, когда по какой-то улице, ну там особо для вас примечательной, я бы прошелся пешком, ну и заснял в таком пешем варианте, пешем, ну, в ходьбе, заснял бы эту улицу, понимая, что есть тоска, ностальгия там, где провели годы. Вот сейчас сворачиваем на Люблинскую улицу. Налево или прямо попадем на МКАД. Сейчас выезжаем на Люблинскую улицу и двигаемся в сторону Марьино. Впереди у нас этот Марьинский, Братеевский мост. Не знаю, как его называть на самом деле, какое у него название. Улица Люблинская упирается в Волгоградку. Не знаю, как он поедет и куда он едет. Вот двигаемся в сторону центра. В обратную сторону это попадаем прямо на МКАД. Вот справа выделенная полоса. Автобусы и поток движутся с одинаковой скоростью, но когда движение затруднено, по выделенке двигаются только общественный транспорт, спецавтомобили, ну еще такси там добавили. Хорошее решение вот с этой, с выделенной полосой. Так, не понял, он сворачивает. Ну, это вот Марьино, район Марьино. А, понятно, я догадываюсь. Он движется в сторону, поедет в сторону Капотни. За Капотней рынок Садовод. Ну, чем ближе будем к рынку, на рынке, если он туда заедет. Я не смотрел видео. Вот. Если на Садовод, то я об этом расскажу более подробно. Не как экскурсовод, а как обыватель. Надо брать карту, смотреть название улицы. Я название улицы не знаю. С правой стороны, за деревьями, с правой стороны по ходу Москва-река, с левой стороны, ну вот Марьино, спальный район Марьино. Движение свободное. Там, где микрофон? Пока двигаемся. Комментировать нечего, просто смотрите картинку, а я пока почитаю ваши сообщения. Так, логин «Прогресс индустриальный» написал к видео. Видео это Липецк, Москва. Значит, зеленая картинка, эта камера неправильно баланс белого устанавливает, если включен автоматический. Или неправильно установлен фиксированный баланс самим владельцем. У меня HD-кам другой, но баланс белого при зеленоватом стекле и нитях обогрева устанавливается правильно. Зеленого оттенка нет. Ну, я совсем недавно его приобрел, еще не успел освоить как следует. Да, там, по-моему, был автоматический режим.
белого, а экспозиция была установлена облачно, облачная погода. Ну, при длительных поездках установить какой-то определенный режим сложно, потому что погода меняется несколько раз. Вот даже можете посмотреть видео в Тюменской области, на в Омской области, когда в течение, ну, там 3-4 часов погода менялась несколько раз, от ясной погоды до сильного ливня, до ураганного такого ливня, потом опять ясная погода, открытое небо, потом снова облачно. Но не судите строго, буду, конечно, подстраиваться под нормальные стандарты. Так, логин. Виталий Корнилов написал: видео прекрасное, спасибо. Спасибо и вам, Виталий, за добрые слова. Ирина Носкова: красота. Но так еще бы, стараемся. Вот. Так, Александр Александров пишет: когда к нам на Дальний Восток? Эх, Александр Александров, блин. У самого тоска такая в душе по Владивостоку, по Хабаровску, по Якутску, по Магадану. Ну, сам жду. Сам надеюсь, что будет такая поездка. Тем более Владивосток меня несколько раз принимал. Я там был не один, не два, не три раза. Гораздо больше. Вот, очень добрый прием. Люди знали, что автомобиль из Москвы, и поэтому отношение было очень уважительное, такое трогательно заботливое. Возили меня по городу, показывали. Но тогда у меня не было регистратора. Это вот в поездке Екатеринбург-Владивосток. Значит, меня привезли на смотровую площадку. Ну, у меня там уже была съемка Владивосток-Москва. Я снимал со смотровой площадки. Вид, конечно, потрясающий. И провезли меня, прокатили на остров Русский по Вантовому мосту. Конечно, дух захватывает от этих масштабов, от этой красоты. Проехали на остров Русский, там подъехали, подвезли к берегу. Так, секунду, чуть позже вернусь. Так, это где мы, что мы? Ага, мы в Марьино. Ну, сто пудов мы едем на рынок Садовод. Сто пудов на рынок Садовод. Вот повернули. Там впереди справа нефтеперерабатывающий завод Капотня. Московский нефтеперерабатывающий завод. С левой стороны там тюрьма. Зона, я не знаю, как называется она, но охраняемая территория, там, короче, отбывают наказание люди. Так, ну, продолжу про Дальний Восток. Ну, говорю, у меня он особое место занимает вот в памяти, в душе. Это вот теплота, доброта людей, которые там вот, ну, меня, по крайней мере, встречали. Очень такие теплые отношения. Очень понравилось то, что железнодорожный вокзал, а я возвращался на поезде из Владика, находится стенка об стенку с морским вокзалом. Я снял об этом видео тоже, сидел, ну, пока ждал поезда, а он где-то был полночь, наверное, отправлялся. И времени у меня было часов, наверное, 8-9. Вот сидел на этой пристани, смотрел на Вантовый мост, грандиознейшее сооружение,
на кораблей, на чайки, на чаек. Они такие наглые. Там взял хлеба немножко, стал бросать голубям. Чайки подлетают, так этот, или буревестник, я не знаю. Совершенно не останавливаясь, подходят, отталкивают голубей, хватают хлеб. Совершенно не считают голубей за птиц, скажем так. Так нагло все. Ну, со стороны интересно, конечно, смотреть. Несколько батонов скормил птицам. Очень понравилось мне вот этот морской вокзал. Вообще, я думаю, всем, кто вдруг поедет на Дальний Восток, в частности, во Владивосток, вот посетить морской вокзал, это, я думаю, будет очень оставить сильное впечатление. Так, ну а на видео мы приближаемся. К чему мы приближаемся? Подъезжаем к рынку Садовод. Сто пудов рынок Садовод. Вот впереди, сейчас если увижу, вот под этим трубопроводом, нет, чуть дальше, видно будет Московскую кольцевую автодорогу, сокращенно МКАД. Ну а с правой стороны вот эта промышленная зона. В общем, рынок Садовод, это раньше он, я, честно говоря, не знаю, как он назывался раньше, но я помню, что там был птичий рынок. Туда перевели птичий рынок из центра Москвы, он был в центре Москвы, и его перевели вот ближе к МКАДу сюда, потому что в центре города от рынка Садовод запах специфический, вот, и потом довольно-таки нередко, я бы сказал часто, многие продавцы, приезжая на рынок продавать там домашних животных, просто-напросто не продав, оставляли их на территории, да, вот рынок Садовод, и просто оставляли животных на площадке. Это доставляло массу неудобств людям, были возмущения, и рынок перенесли вот сюда. МКАД я не успел показать, ну ладно, там, в общем, поверьте, он рядом проходит с Садоводом. И здесь продавали и животных, и птиц, в общем, живность. Потом вы, наверное, слышали о рынке, черкизовском рынке. Его в народе называли Черкизон. Это просто было государство в государстве со своими законами, со своими порядками, правилами. В общем, дно, там и криминал, все что угодно было. В общем, была кошмарная ситуация. Его закрыли, и этот Черкизон переехал вот теперь в рынок Садовод. Это рынок оптовой, розничной торговли. Здесь, ну, довольно-таки низкие цены. Самые, ну, я, наверное, не слишком привру сильно, если скажу, что здесь на самом деле очень низкие цены на промышленные товары, на одежду, там, ну, на все практически. Так вот, рынок Черкизон, я говорю, о нем даже фильм снимали, по телевизору показывали неоднократно. Владелец этого Черкизона, я уж не помню, как его фамилия, Исмаилов, что ли, или как его, построил
по-моему, самый дорогой отель, по-моему, в Турции. На открытие этой гостиницы, там 5 звезд, наверное, пригласил Лужкова. На этой встрече, на этом открытии, Лужков клялся в дружбе, вечной дружбе Исмаилову. В общем, друзья до гроба и прочее. Но об этой гостинице, которая фигурировала вот в фильме, много информации. При желании можете набрать и посмотреть, скажем, без моих комментариев, почитать, что это такое. Так вот, Исмаилова поперли, он убежал из России, сейчас объявлен банкротом, у него эту и гостиницу вроде бы отобрали, еще там долги на нем висят несметные. И вот все остальные перекочевали вот сюда, на рынок Садовод. Вот видите, впереди машины поперек едут. Вот это и есть Московская кольцевая автодорога, МКАД. Что-то сюда он приехал, сын, я не знаю. Я здесь был несколько раз, тоже покупал товары какие-то для себя. Огромнейший, огромнейший оптово-розничный рынок. Сюда ходят специально автобусы рейсовые из города. Откуда, вот точно не знаю, но при желании тоже можно найти. Так что, если приезжаете в Москву за подарками к Новому году там или каким-то другим, куда я там свернул, за подарками, за товарами, то прямиком вот сюда, на Черкизон. Здесь вам и отвезут груз, если вы много наберете к машине, грузчики платные. Вот. И машину можно грузовую заказать, чтобы вам отвезли большую партию груза. Можно отправить груз, ну, почтой, другими средствами. То есть практически все услуги здесь есть. И что похвально, гораздо больше стало цивилизации, гораздо больше стало порядка. Куда же он едет? Вот я не понимаю. Крутится, 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 крутится. Вот. Как в кинофильме «Мимино», помните? Эти «Жигули» крутятся, крутятся. Вот. Что еще примечательного здесь? Ну, здесь можно купить все. Можно купить все. Максимум услуг, максимум комфорта. Просто даже сравнивать с Черкизоном язык не поворачивается. Сегодня передали по телевизору, да и смс-ка пришла, МЧС предупредила, что будет дождь, ураган. Вот я поставил камеру, сколько уже часа 4 стоит, но пока этим и не пахнет. Как видите, рынок продолжает отстраиваться, строится. Так, Черкизон, этот Садовод строится, новые площади появляются. Но скажу, что охрана, видеонаблюдение здесь на должном уровне, и поэтому тут гораздо безопаснее, нежели на Черкизоне. На Черкизоне вообще был беспредел, люди пропадали, то здесь все на порядок лучше. Кстати, я забыл сказать, там в стороне находился рынок
оптовый рынок Москва. Там тоже очень много товаров. Ну вот, ну, к сожалению, забыл об этом сказать. Так, куда же он поедет сейчас? Так, продолжаю отвечать на комментарии. Но про Дальний Восток я сказал. Не буду называть дату, Александр, когда буду на Дальнем Востоке. Но в планах у меня, говорю, вот в мечтах, скажем так, есть это от Мурманска через Якутск до Магадана, обратно из Магадана через Якутск, Хабаровск, Москва. И обратно, заезжая, ну, во все такие более-менее большие города, там, заеду в Биробиджане обязательно, заеду. Потом, что Сковородино, Ерофей Палыч, это Святое, Чернышевск, Благовещенск, Чернышевск, Чита, Улан-Удэ. Ну, если будет такая возможность, проеду через эти города. И надеюсь сделать качественное, очень такое познавательное видео. Так, Шухрат Ирисметов. Он не похож на мусульманина. Это к этому, к видео «Мошенники на трассе». Я такие вещи не комментирую. Серж Таран. Ночь есть ночь. С уличным освещением картинка сносная. Ну да, это вот пробный, скажем так. Ну, это не то чтобы пробный, это показать людям, как вот, кто поедет, какая обстановка ночью на дороге. По ночам я говорю, что я практически не езжу. Так, Шухрат Ирисметов опять пишет. Видно, он цыган. Еще салам алейкум, аферисты. Ну, это другое видео. Мошенники на трассе. Так, Николас Дембицкий пишет. Меня зовут Николай. Ну все, Николай, если позволите, я буду так к вам обращаться. Николай пишет. Картинка отличная. На неподсвеченных участках дороги отчетливо видно разметку и границу проезжей части. Ну вот, основная, не то что основная цель достигнута, то есть представление о трассе М4 Дона в ночное время, вот вы можете иметь представление. Так, Николай тоже пишет, картинка идеальная, и ЖКМ окончательно положил на лопатки Акинори. Он бы окончательно положил, если бы в нем еще был вот этот GPS-блок, который бы высвечивал не только дату, но и координаты, и скорость показывал. Тогда вообще бы, говорю, лучшего видеорегистратора я бы и не искал. Ну, буду говорить честно, он мне тоже здорово понравился. И картинка, и функции настроек. Так, Игорь Анисимов. Надо было скоммуниздить и уехать. Ну, так мошенникам на трассе. Про перстни. Ну, у меня таких перстней 4 или 5 я купил на вокзале. И с собой вожу этот постоянно в чемоданчике, ну, в этом лежит. В надежде, если их увидеть, то предложить им не покупку, а обмен, поменяться, посмотреть на их физиономию, на их лица. Ну, вы прекрасно понимаете, что я останавливаюсь исключительно для того, чтобы показать эти лица крупным планом, вот, чтобы, ну, знали, что это такое, и имели четкую картинку об этом. Так, что у нас? Ага, это мы уже, я сейчас переключился на картинку, это мы двигаемся по МКАДу.
Двигаемся по МКАДу. Сколько тут полос? Раз, два, три, четыре, пять полос в каждую сторону. Вы представляете, что вот эти все пять полос на несколько километров бывают забиты? Стоп-старт. Сейчас подъедем к мосту через Москва-реку. Вот он мост показался. Ну, на видеорегистраторе не видно. А так вот, если в сторону посмотреть, то там далеко-далеко видно мой дом. Вот сейчас строится еще один рынок. Еще один рынок будет. Мы будем сейчас проезжать, я об этом скажу. Называется, по-моему, Южные ворота. Вот с правой стороны он нарисовался. Огромный терминал. Не могу прочитать. По-моему, Южные ворота. Вот. Запустили его относительно недавно, но года, наверное, 3-4 тому назад. Здесь я на рынке не был. Вот. Проезжал, но как-то не доводилось на него заезжать. Вот сейчас сворачиваем направо и попадаем на Люблинскую улицу, по которой мы выезжали. Братеевский Мариинский мост, как я говорил. По телевизору пресс-конференция Путина и глава Финляндии. Не слышу, о чем говорят, но так, почитаем еще сообщение. Иван Варанкин. Не быстро вы ездите. Это Иркутск, Москва. Иван Варанкин. Это логин. Значит, я поэтому и ускоряю видео в 3 раза, чтобы думали, что я быстро еду, что я такой крутой, вот такой дерзкий. Вот. Поэтому ускоряю в 3 раза, да. Ну, я думаю, шутку поняли. Так. Красивое небо. По-моему, все-таки подсветка есть какая-то. Немножко подсветка есть зеленого. Ну, не знаю. Так, Ирина Носкова. Тен-тен-тен. Да, конечно, можете писать вот эти адреса, пароли, явки, улицы, конкретные точки. Ну, то, что вот вам, скажем, интересно, на что бы вы хотели посмотреть. Я не говорю, что сейчас все брошу и пойду снимать, но уверяю, что это будет у меня на одном из первых мест.
Так. Ну, серию эту заканчиваю, чтобы особо не затягивать и чтобы без сожаления вы могли закончить просмотр. Где закончится поездка, пока не знаю. Ну, прошлые годы, там 4-5 лет назад, пробка начиналась вот примерно отсюда до светофора, там, я не знаю, километр, наверное, даже больше. Но стояли автомобили 4-5 рядов. Вот номер 777, это регион Москва. Уже эта серия закончилась. Сейчас серия 977. Но таких автомобилей на видео пока вы еще не увидите. Вот в этих роликах. Но в дальнейшем, я думаю, попадутся. Говорят, что теперь можно будет заказывать свои буквы, свои цифры. Ну, не знаю. Это все, естественно, будет платное. Такие новшества в Москве. Это район Братеево, кажется. Да, по-моему, домой он едет. Прямо, если вы уже ориентируетесь, там вот за горизонтом, там спальный район Марьино. С левой стороны вот эта дорога, это Люблинская. Это просто вспомогательный отрезок. Ну вот уже заканчивается первая серия новой коллекции «Москва из окна автомобиля». Поэтому, пожалуйста, пишите советы, какие-то подсказки. Можете писать те места, которые вам интересны, по которым я бы проехал и смог снять видео. Там какие-то, может быть, дома конкретные, или там кафе, или магазины, просто ворота, просто двери, например. Я понимаю, что такое ностальгия, что такое, ну, не тоска, а вот тянет какие-то вот знаковые для человека объекты, места. Потому что есть
согласованно, вместе мы гораздо более эффективно могли бы решать очень острые проблемы, которые волнуют как народ России, так и народ Сирии. Все Варвана до того, как Ингерша, 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 Ну, сейчас повернем налево и слева по диагонали, или как вот с левой стороны, вы видите забор, ограждение. Это перехватывающая стоянка. То есть, приезжая в Москву, можно там автомобиль оставить, а дальше двигаться уже на общественном транспорте. Раньше там был рынок. Да нет, он не домой куда-то. Вот, за светофором, видите, машины стоят, машинки. Там был рынок строительный, ну, в общем, все там продавали. Ну, вот его закрыли, сделали перехватывающую стоянку. Хорошо это или плохо? Не знаю, мне все равно. Думаю, что стоянка лучше. Сделали бы ее двух-трехэтажной, чтобы на самом деле люди могли приехать, бросить автомобиль, а дальше передвигаться на автобусе, там на, не знаю, на маршрутках. Маршрутки очень быстро тоже ходят. Синего цвета маршрутки, это нет, я думал, повернет. Вот с левой стороны рынок. С правой стороны за, по ходу за, что это такое? Вот есть такие, не знаю, как их назвать, блин. Ладно, вот с правой стороны за деревьями начинается парк, называется Борисовский каскадный парк. Вот в августе 2017 года там будет второй раз проходить международный фестиваль фейерверков. Те, кто будет в Москве, например, я бы очень советовал. Он будет, по-моему, 3 дня проходить, международный фестиваль. Нет, он не домой едет. Ну ладно. Так, зрелище непередаваемое. Будет возможность, если что, я вот буду думать, что сниму видео, вот насколько это позволит аппаратура моя, но по крайней мере буду снимать. Вот пропускает, молодец, дружище, мигнул фарами, проезжая, спасибо ему тоже и от меня. Вот я буду снимать на все, что у меня есть, чтобы потом разместить в интернете, чтобы вы тоже могли присоединиться, посмотреть это великолепное зрелище. Ну, это, говорю, вот такие намерения. Как будет на самом деле, не знаю. Где-то вот в начале, в первой декаде августа, по-моему, будет этот фестиваль фейерверков. Кто будет в Москве, добро пожаловать. Так, детская поликлиника справа, слева школа. Ну все, до следующей серии.